Привет всем, с вами Лео, как просто.нет, и сегодня я продолжаю пополнять свой плейлист новыми роликами о социальной сети ВКонтакте. В сегодняшнем видео я решил рассказать о том, как отправлять пустые сообщения ВКонтакте. Да, это первый видеоурок, в котором я решил рассказать уже о фишке. Не просто о каких-то моментах, о которых люди не знают, там, как правильно отписаться, мой прошлый видеоурок, или как заблокировать пользователя ВКонтакте, мой предыдущий, позапрошлый, извиняюсь, видеоурок. Вот. А уже о так называемом небольшом секрете. Вот. Как отправлять пустые сообщения ВКонтакте? С помощью такой небольшой фишки можно приколоть, например, друга или подругу свою, вот, кого-либо. То есть можно просто взять, отправить таких сообщений штук 10, вот, друг зайдет, прочитает, подумает, что за фигня, где вообще текст. Он отпишет вам вообще, а где сообщение, ты мне вообще писал? Ты скажешь, а я ничего даже не знаю, я даже как-то и что, как, а, что? Вот. И впоследствии просто потом можно будет ему рассказать об этом приколе и уже приколоть каких-то других личностей, вот. Ну, куда применять этот финт, это вы уже решайте сами, мое дело лишь рассказать о нем и показать, как же это сделать. Давайте посмотрим, открываем контакт. Да, кстати, я решил этот видеоурок записать на базе своей статьи, которую я писал 2,5 недели назад, вот, так скажем, небольшим дополнением, вот. Открываем контакт и давайте сейчас попробуем. Я уже пример приведу на своей странице. Вот, к примеру, я отправлю сообщение Виктории Пермяковой, моей супруге прекрасной. Давайте продублируем 3-4 сообщения пустых. Как отправлять пустые сообщения? На самом деле это очень легко, нужно просто ввести несколько символов. То есть, вот, 1, 2, 3, 4, 5 символов. Это и английская, решетка, цифра 13 и вертикальные скобки с запятой. То есть, буквально, сколько тут у нас? 1, 2, 3, 4, 5 символов получается. Вот, главное, чтобы они все были слитны, никаких пробелов, чтобы не было. Копируем этот текст. Кстати, этот же текст я прикреплю в описании видео, если, конечно, он вставится, если он не будет пустым. Вот. Пробуем. Отправляем. 1, 2, 3, 4, 5. Даже 5. Вот, как видим, одно из сообщений уже пустое. Вот. Естественно, сразу они пустые не будут. Посмотрим. Как видим, здесь у нас уже... Здесь у нас уже отправляются пустые сообщения. Заходим, нет. Перезайдем в контакт. Вот, откроем заново вкладку браузера. И, как видим, у нас пустые сообщения. Совершенно ничего нет. 5 сообщений пустых, просто пустое поле. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы эту фишку куда-нибудь примените. Вот. На этом, пожалуй, я закончу. С вами был Лео, посещайте мои сайты как просто.нет, theoryofprofit.ru, dreamx.ru. Обязательно следите за обновлениями, подписывайтесь на мой канал, я расскажу еще очень много интересных фишек ВКонтакте. Расскажу о том, как создать группу, как создать публичную страницу, как сделать меню, как раскрутить группу, как раскрутить публичную страницу, как сделать там какие-то продающие материалы, там как еще... о различных других фишках, неважно. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, будет еще очень много интересного. Все, друзья, до новых встреч!